Добрый день, с вами канал Малорама. Каст сериала «Зима родов», завершив съемки первого сезона, уже разъехались отдыхать и набираются сил к новому второму сезону, съемки которого должны начаться в конце августа, после летних каникул. Мэр Рамазан Демир был замечен в Мугле, где он отдыхал со своими друзьями. И не отказывался даже сфотографироваться с фанатами, которые его видели. Афраз Арачоглу тоже планирует отпуск, пока неизвестно где. Баран Белебеши поделился летними фотографиями с отпуска из Египта в одном из отелей Хургады. А фанаты сериала, посмотрев внимательно финальную 36-ю серию из сезона, начинают понимать, что создатели сериала «Зимородок», скорее всего, решили опять пойти на обман зрителя, показав в финале первого сезона сериала «Зимородок» не совсем то, что есть на самом деле. И шокирующая концовка – это может быть нереальность. Фанаты всемирно популярного сериала после выхода финальной серии сезона буквально сломали себе голову и выплеснули весь свой негатив и недовольство на сценариста, режиссера за последний эпизод с выстрелом. И задались вопросом, жив ли Ферит. Но, конечно, убить главного героя в конце первого сезона, а как мы уже узнали ранее, что сезонов сериала планируется как минимум 3, вовсе нелогично, потому что основная аудитория смотрит сериал только из-за пары Сирана Ферита. Однако турецкие источники и фан-аккаунты, все же сложив все за и против, пришли к единому выводу, что сцена с выстрелом – это сон или воображение. Большинство уверенно заявляет, что голос, окликнувший Сиран, вовсе не Тарыка, а Казыма, и это именно его сон. Другие же уверяют, что это воображение испуганной Сиран. Ни одна пуля от рук Тарыка выпущена в Ферита не была. Ведь персонаж Тарыка уверенно перекочевал с первого сезона в основной актерский состав второго. И если бы он был причастен к убийству Ферита, персонаж Тарыка оказался бы в тюрьме. А актера Барана Белекбаши и вовсе вывели из каста и исключили из титров. Но если это сон Сиран, то она, очнувшись от этого кошмара, просто не захочет убегать вместе с Феритом. И наш фрагментчик тоже говорил, что Ферита не стреляли и ничего не случится, а значит, это может быть и нереальность. Но уж если это окажется реальностью, то Ферит все равно должен выжить. И кстати, о смерти Пелин или Халиса или Хатуч тоже пока рано утверждать, но думаю, в начале второго сезона кто-то из персонажей может все-таки не появиться в касте сериала. В нынешний момент некоторые актеры решили отдохнуть от напряженных съемок, но актриса Буче Бусе Кахраман, которая играет Пелин, приступила к съемкам фильма «Горький кофе». Буче Бусе даст жизнь персонажу Гизем, но пока рано говорить, что актриса ушла из каста сериала «Зимородок», ведь до начала съемок второго сезона еще остается больше 2 месяцев, и она может сняться спокойно в фильме, а потом прийти на второй сезон сериала. Хотя многие зрители уже не видят логику этого персонажа в сериале и надеются, что создатели не будут продолжать ее сюжетную линию во втором сезоне. Гюльсерен Будаджиоглу, по запискам которой пишется сериал, рассказала представителям прессы о втором сезоне сериала «Зимородок». Она надеется, что в новом сезоне все будет намного лучше. Она также подтвердила, что в новом сезоне будут изменения, история шоу пойдет в неожиданном направлении. И это будет здорово для фанатов. И прекрасная новость, сериал «Зимородок» возглавил список самых продаваемых сериалов за рубеж. Показатель продаж ошеломляющий. Так, объем продаж каждого эпизода сериала достиг 600 тысяч долларов. Это 14 миллионов турецких лир. Эта цифра также является рекордом для всех турецких сериалов. А на этом на все. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи.